안녕하세요. 미호와 사랑스러운 아들 션이에요. 이른 아침부터 인천 코난에 왔는데요. 오늘은 바로 저희 엄마가 한국에 오시는 날입니다. 6개월 만에 다시 만날 생각에 마음이 급해져서 그런지 발걸음도 빨라지네요. 엄마 빨리 보고 싶다. 나갈게요. Я голодная, как волк. Поехали бегом есть самсу. Как ее? Самсу? Какую? Самсёпсай. Самсёпсай. Ой, опсу. 도착하자마자 배고프다고 삼겹살 먹지. 얼마나 먹고 싶었길래 지금 바로 유발이 나와. 왠지 조금 서운한 게 초보다 삼겹살이 더 보고 싶었던 것 같죠? 나도 한국에 들어올 때 삼겹살부터 찾으니까 이해해줄게. Мам, тут вообще, чтобы запахом не пропиталась куртка, есть внутри стула место для куртки. Оно и так не напахивается, потому что оно напахивается. Мне нравится запах мяса. Котыга когиным се намен чотагу. Ой, тепленькая пошла. О, скажи, блин, как классно было бы, если бы вот в такую холодную погоду, да, и горячую еду, как это же у нас только летом жарят на улице шашлыки, там типа такого. В России-то? Да, 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 на огне. Так, ну что, мы по самгёпсалю? Давай тогда две порции самгёпсаля закажем, а там уже как по мере надобности. Самгёпсаль, ты видишь, я? О, мама, помнишь, что это такое? Нет. Так, это что? Руки вытирать? А? В листочке же заворачивать руками. А. Так, ложка, палка. Кимчи. Ты готова в этот раз? Ты же сказала, что хочешь остренького попробовать. Не, вот это что? Это маринованная редька и... Что, кто? Редька. А, это... Маринованная. Погоди. А, нет, все, поняла. Редька, маринованная. Это что за... А, это маринованные листья. Они, как знаешь, такие солененькие. И в них тоже мясо, если заворачивать... Чьи листья-то? Ну, в общем, съедобно. Да. Понятно. Видишь... Тем же мясом, которым будем жарить, жирочком промазываю противень. Еще мяско толстенькое, жирненькое. Но это понятно, но меня все время здесь, знаешь, что прибивает? У нас в России приходишь в ресторан, уже все в готовом виде подали, только кушаешь. А здесь сам готовь, сам режь, сам готовь. Как так-то? Мама, тебе должно это нравиться. Нет, я... Че, мне нравится уже приготовленная вещь. А сам процесс, что с ней тут надо ковыряться, мне не нравится. Есть рестораны, в которых, которые готовят. Слышишь, какой звук? Разве когда готовое блюдо приносят, такой звук есть? Вкусно пахнет. Уже начинает вкусно пахнуть. Видишь, в этом и прелесть. Во-первых, ты прожариваешь до той прожарки, которая тебе нужна. Кто-то любит более прожаренное мясо, кто-то я более. Только-только, и я более прожаренное мясо люблю. Я сырое не люблю. Вот. Недоделанное. Вот. Плюсом ко всему, размер какой хочешь себе, какими ломтями ты хочешь кушать, теми и пожаришь. То есть это все для клиента, это не то, что там... Ага, ну действительно. Для тебя все приготовили, вот. И сам процесс, это же философия. Приходишь в ресторан, тебе вот сырые ингредиенты поставили, кушайте, пожалуйста. Пока не приготовите, значит, потом будете голодны. А приготовите, будете есть, да нормально, нет философии. Ну, прелестная философия, только здесь встречаешься с этим делом. В следующий раз отведу тебя там, где сырое мясо едят. Ага. Чтоб не возникало. Не надо мне сырое. Сырое мясо должно быть обработано. А это что? Мам. Это ростки
в соусе, они не острые, кстати. Можешь попробовать. Не, они правда. Это не соя? Да, соевые ростки в соусе. Можешь попробовать? Ага. Я же так и не... Вкусно. Вкусно, вкусно. Прикольно тоже. Невкусно? Воды. Уй, уй, уй. Там нет острой крови. Есть. Так, мамулик, все, пожарилось. Слушай, ну красиво получается. Да, вот это то, о чем ты говорила. Ты об этом мечтала, хотела, да? Да, вот это да. Ну вот когда вот... Только сырое. Сырое это оно не смотрится. Не представляется, да? А так-то смотри, и запах такой вкусненький. Так, мам, ну что, давай, как ты? А, я знаю. Что, не первый раз? Берешь так листочку. Давай мне тоже листочку. Давай, расскажи, как ты любишь есть. Мяско берешь. Ой. Смотри, оно еще кипит. Я обязательно всегда ем с чесноком. Чесноком обожаю сырой чеснок. Его еще иногда жарят вот на этом противне в кунжутном масле. Но на самом деле мне больше нравится, когда свеженькая хрустит. Теперь надо вот этим помазать. Много? Ну да, то есть щепотка соли. Нормально. Это что? Это соус, он не острый. Он солененький такой. Ну вот как вот это, ну. У меня уже просто сбиты эти, как это называется, вкусовые рецепторы на острость. Так, и это. Ты же сказал, где острое. Ну я же заверну тут. Так. Что, ты завернула уже? Да. С приездом. Тинь. Да. Я молодец. Ты молодец. Вот. Неприлично так есть. Десять лет ем самгёпсаль и 10 лет кайфую. Ничего. И не солёная, нормальная. Вообще красота. Вот интересно очень. Ты сейчас, ну и классно, что можно под свой вкус сляпать так, как тебе надо. Хочешь побольше остренького, хочешь побольше лука там, еще что-то, видишь? Не это готовое блюдо, а ты сам. Остро. Так, слушай, что-то не хватает. Что, листики есть, соус есть, суп? Что? Что-то не хватает. Догадайся с трех раз, чего не хватает. Ну да, ну да. Что-то на сухую. Давай, давай, ты попробуй. Давай, скажи, соджу. А, ты помнишь, как это говорится? Саджаним, соджу, соджу, чусио. Первый раз в первый класс. Да. Камсамнита. Мам, скажи, камсамнита. Камсамнита. Ну, давай. Как умеешь. А руки-то помнят? Нет, не помнят. Ну и ладно. А так? Да, точно. Соблюдем все традиции. Да. Что, без соджу мясо не заходит, да? Не, надо обязательно вспрыснуть. Тем более, как бы только приехала, надо это самое. Так. Та-дам! Эй! Эй! С приездом! Тебе видно, что уже на опыте. А то другие на станции
за первый раз едят, пытаются пополам раскусить это. Не, ну очень вкусно. Вот прямо очень вкусно. Я вот сейчас как весь сборник корейских вкусов. Самое главное, что это здесь и сейчас очень вкусно. А что мы с этот суп-то не едим? Бобы. Там чего внутри-то? Огурцы? Нет, это... Кабачок? Да. А, вкусненько. Сердце радуется. Вот прямо, знаешь, что-то вот такое... Как в то же время новое, и в то же время уже... Домой приехала. Да. И так хорошо это все оно накладывается. Друг на дружку, в листочек и еще в меня. Так что все, я согласна. Будем все время ходить им кушать. Ты же сказала, у тебя в этот раз гастротур, вот. Да, кстати. Между прочим, это самое, можно и... Разное не есть, мне кажется, каждый день вот это есть и никогда не надоест. Мне почему-то так кажется. 100%. Ой. На корейскую кухню? Ой. Я, во-первых, вроде немного съели, во-первых, я уже наелась, а знаешь, прям какое-то чувство сытости такое пришло. И в то же время оно хочется еще есть. И есть, и есть, и есть, и есть, и есть. Очень вкусно. Мне кажется, я чем вообще больше живу, классно. Тем больше кулечки делаю. В первый год жизни я делала поменьше, второй побольше, десятый я уже. Слушай, а салфеточки дают? Где-то они должны быть. Вот опять везде самообслуживание. На столике не стоит. Переваривай. Встала, встряхнулась, что больше вошло. Да-да-да, и опять это. Повышает настроение, улучшает аппетит. Это у нас с тобой одни отнять. Скажи. Да. Я не знаю, я бы, наверное, не отвлекаясь, ела и ела, пока не лопнула бы, наверное. Это же надо уметь себя как-то контролировать с этим делом. Не, ну правда, а то ведь переешь, от переедания вообще помирают, нет? Все нужно в соусе. Корее говорят, когда вкусно ешь, ноль калорий. Че, рвешь капусту? Ага. Вот она острая, да? Ну, это кимчи. Вот это традиционное кимчи. Ну, это-то да. Я... И оно, ты знаешь, ты, мам, не поверишь, я когда первый раз приехала, я рыдала. Я ела и плакала кровавыми слезами. А сейчас я такая, господи, какая вкусная. Я-то, в принципе, я об тебе-то и не забочусь, я про себя. Но это, наверное, в предыдущей жизни тебе светило. Точно, точно. Да, корейцы так и говорят, что я в прошлой жизни явно в Корее была. Потому в этой жизни у нас такая. Ее, наверное, так не едят. Нет, ну ты в листик с кимчой, с мяском. Надо какую-нибудь тоненькую, а то, наверное, она... Не. Еще можно? Угу. Ну ладно. Вода есть? Да. Запить это все дело. И вот эту. Вот все. Я хочу вот эту еще. Мне вот понравилось. Эта штучка. Я не могу с тебя. За наш с вами будем здравы.
Полный рот не продохнуть, не выдохнуть. Надо помаленьку складывать. Ой, мам. О, не-не-не. Благо себе. Много. Но она же вот не острая, от слова вообще. Ага. Нейтральная, слава богу. Кимчи еще сложновато, да, Маргарита Геннадьевна? Ой. Слушай, это самое... Я вроде что-то острое полгода назад-то пробовала, вроде мне так кажется. Залетала вообще! Задними ушами пустела. А здесь что-то за полгода я, видать, сразу же... Растеряла навык. Да. Придется заново учить, что делать-то. Что делать-то? Все, мама, ежедневные тренировки. Слушай, нужно это самое, разобраться все-таки, что тебе индивидуально вкусно. Есть же у кого-то любимое блюдо? Конечно. А у меня сейчас все любимое, понимаешь? Куда бы я ни пришла, я такая... Лишь бы докидаться от пуза, понимаешь? Это самое, надо будет за это время, наверное, мне... разобраться с этим вопросом, но что-то мне верится с трудом. 10 лет пока. Ищу, все, вот все в том же этапе. Будем Бога есть. Прощай диета. Ой, что-то это самое мне подсказывает, да, что на чем-то не остановишься.